Тверь обменяется опытом в образовании с армянским городом-побратимом Гюмри. На встрече в формате видеоконференции представители сферы образования городов поговорили о том, какие международные проекты уже были реализованы, и определили линии сотрудничества, а также составили план мероприятий на ближайшее будущее. Подробности у нашего корреспондента. Более 60 лет Тверь поддерживает побратимские связи с разными городами мира. Одна из сфер сотрудничества – это образование. Так, в 2019 году появился культурно-просветительский проект «Как дела?». Он объединяет школьников городов-побратимов. Его главная идея – это создание единого межкультурно-досугового пространства. В проекте нас много. Мы разные. Но нас с вами объединяет культура наших городов. Нас объединяет то, что является ценностями для всех народов мира. И этим наш проект особенно ценен. В сотрудничестве общеобразовательных учреждений планируется использовать уже имеющийся опыт. Например, во время пандемии учащиеся тверских школ и городов-побратимов общались друг с другом в режиме онлайн. Поэтому учреждения образования смогут применить эту практику и в дальнейшем. И кроме того, с новым витком дружбы между побратимами почерпнуть новые идеи. Нам интересно познакомиться с культурой, с образованием, ну, какими-то обычаями армянского народа. И в частности, мы готовы сотрудничать с любой из школ города Гюмри. Нам это очень интересно и интересно нашим детям. С удовольствием включаемся и будем работать в этом проекте. Участие в видеоконференции приняли 4 школы Твери и столько же из Гюмри. Во время онлайн-встречи прошло представление учебных заведений, выступили директора и ученики. Кроме того, участие в мероприятии приняли представители общественной палаты города Твери. Развитие любых связей, любых гуманитарных связей между нашими городами – это очень-очень большое благо в нынешнее время. И культурных, и образовательных, и исторических. Это очень-очень здорово и важно. Особенно важно и приятно видеть, что к этому процессу присоединяются не только школы, но и дети, наше молодое поколение. Итогом видеоконференции стало решение о проведении с начала марта прямых телемостов между школами Твери и Гюмри для индивидуальных знакомств между педагогами и учащимися, а также для выстраивания научных и общественных связей между учебными заведениями городов-побратимов.